В общем, короткое обозрение. Вот, наконец, я попробовал купить вот эту, как ее называют, палка для мобильника. Но я взял, в общем, самую дешевую такую китайскую, какую была в палатке. Вот эта китайская палочка, в ней никаких инструкций. Вот этот штекер втыкается в обычное гнездо для наушников. Это делать фотографии. Ну, кстати, для видео не подходит он. В общем, берешь сюда телефон, сюда втыкаешь в наушник его вот это. Вот. А телефон, в общем, здесь как она на пружинке, ее пружинку оттягиваешь. Вот, и сюда кладется телефон. Так. Ну да, тут еще смотреть, чтобы было удобнее вот эти кнопки нажимать, как его лучше зажать. Вот эта пружинка, тут ничего нет, она просто пружинка тут какая-то. Вот, а здесь как такая мягкая резина, она плотно его держит. Вот, ну и когда фотографируешь, в общем, когда его выдвигаешь высоко, и нельзя достать вот этот телефон, это изменяется вот этот угол. Вот здесь, в общем, кнопочка, нажимаешь кнопку, и он фотографирует. А если видео снимаете, то наоборот, надо вытащить вот эту, потому что иначе она пойдет без звука. Потому что штекер, он работает, ну, телефон считает, что это просто подключили вот этот набор, ну, из микрофона и наушников. И тогда звука не будет. Вот когда снимаете видео, вот это вытащить и куда-нибудь вот сюда просто подсунуть. Вот, а когда видео снимаешь рукой, нажимаешь, и потом можно уже выдвинуть его. Ну, вот тут такое все это рассказал. Вот. Но я еще хотел с аккумулятором, потому что на рыбалку иногда ходишь. Вот мне что-то понравилось, на рыбалке я что-то один раз записал вот этих соловьев. И потом зимой слушаешь, так красиво. И я вот подумал только вот купить какую-то или как его называют, ну, держатель друг, или вот это, ну, были только вот эти в палатке. А, штатив, думал штатив купить. Ну, в общем, вот так вот это, вот такой вот так он, вот это работает. В общем, не забывайте, что если видео снимаете, то вот это не надо штекер втыкать. Вот, иначе он видео будет без звука. Ну, вот это все обозрение.